Девятиклассники из 4 школ Московского района посетили с экскурсией военную часть в Сертолове. Здесь прошел городской праздник «День призывника». Почувствовать себя водителем или пассажиром боевой техники смогли в общей сложности 500 петербургских допризывников. Показали школьникам и условия, в которых живут военнослужащие, форму срочников, а также солдатский паёк. Возможность почувствовать все это на себе у ребят появится через год-полтора. Уйти в армию они могут уже после школьной скамьи. Попасть в эту образцовую часть смогут те, кто предпочтет сухопутные войска. Но в командовании Западного военного округа уверяют, в других воинских подразделениях сейчас тоже ведется работа над созданием комфортных условий для службы.